Всем привет, ребят, с вами я. И сегодня мы будем играть в Unboxing Simulator. Я сам не знаю, почему я решил взять какую-то вот шапку и угадать, что было. Что такое? Я сам не знаю. Просто мне понравилась какая-то вот Крисман Хэт. Я решила посмотреть, что это за шапка. Оказывается, это шапка девочки. И так сойдет. Ну, правда, обидно то, что ты не знал, что тут будет. Оказывается, ладно. Я не виноват, то, что я выбрал именно волосы девочки. Ну и правда, я случайно. И тут из коробок может попасться шапки. Это плюс. Я тут и правда новичок. Я зашел, выбрал волосы и сразу же посмотрел задание там. То есть тягнули меня. И вот сейчас я немножко богатею. Випанс. Погоди, тут есть... Оружие? Что? Где? Что с тобой, мужчина? Почему тебе твое лицо в яйце? И правда? У меня таких денег нету вообще. Окей, пошли. А что за левел? Погоди. Одна копейка? Вы издеваетесь. А тут люди с классом такими. 1К. Идеально. Окей, сразу же начал выполнять все эти задания. Почему они считают меня нубом? Это вопрос. О, подарки! Не открывают подарки, я говно! Так, иди сюда. Ну, молод. А я ту же самую шапки хочу. Ура, мне дали непонятную шапку. Денег. Окей, может, я и правда буду богатым. Погоди, почему у этого пацана бандана? Боже, его лицо смешно. Опять такая же самая шапка. А что с моим управлением? Да что это на одну секунду меньше? Дубль. Коин. Погоди. Уже можно купить. Окей, с моей башки вываливаются деньги. 190 копеек.
Damage here. Найти каменный топор. Идеально. А где эта птичка? Эта птица пропала. Эти деньги получили. Можно мне новую шапку? Гитара? А чем тут делали гитару? Или это новая шапка? Интересно, тебе подарки можно сломать? Нет, вот подарки не можно сломать. Где сколько урона она наносит? 26, мало. Читая с моими шапками. Почему деньги надо именно собирать? Я вот не знаю. Ура! Вот этих денег у меня скоро не будет. Вот это все-таки один. Как учиться над кем-то, Мария? А эти люди там... Да они сундук ломают! Че ты был заниматься? Пути мне дали новую шапку? Нет. А тогда что это было заниматься? Подарок. Динка. Еще дополнительные деньги дают. Конечно. А я хотел-то новую штучку купить. Тут фарм есть.
мне нужен подарок. Мне нужен подарок. $85,000, вы издеваетесь? Ура! Новая. Да, у меня есть крылья. Вот это вот. Вот это вот надо жить. Это было довольно легко. Вы издеваетесь. Подарок! А, пойти его сломать. Опять люди приходят. Мне просто вот это нужно. То есть мне просто нужны, чтобы вот это сделали. Да опять они приперлись. Да я не подарок ломаю, вы тупые люди. Ой, что? Гоу. Головой. Но они не понимают, что мне эта помощь нужна. Как? I don't need help. Мне нужна помощь. Корона! Огромный подарок! Он пришел наш... Сама на него найдет. Я могу деньги позарабатывать столько. Ой, я не заметил, как у меня 5000 уже. Женщина угорает. Эта женщина очень стрёмная. Мне дали новую шапку. Как тут много денег. Окей. Вовсе, стеньте ко мне прям. Это жесть. Тираб 6.
Только одну кадали, а это как обидно. Окей. Теперь я вот так выгляжу. Это как-то тупо, но дают деньги. Тем более 22 уровень. Это очень много. Окей. Идем в weapons. Интересно. А. Дал еще 6 тысяч, ну ладно. И новый хаммер. Почему ли у нас в башке? Вот это вот непонятно. А. Какой следующий-то остров? А где Санд? А это Санд. У всех уже есть питомцы, у меня нет, потому что я новичок. Там еще красиво. Привет, Влад. Привет. Короче, мне и правда очень скучно тут. В реальной жизни. Окей. Окей, 5,54. Ну, брат тут много дает. Ну, кто нам сказал? Get ahead to level. Какой левел? А, 24-й левел. Сом, блин. 85 тысяч. О, дали новую шапку. А сколько там дают? Левел 10, мне не надо. А где? Что тут еще? А, вот тут. Match help. Dealt. Что это значит? Окей, винты. Давайте копейку, потому что у меня 10 тысяч. А ты что? А откуда у него скорость это? Тем более он уже питомцев купил. Вопрос, сколько-то минут осталось? А. Сейчас же... А, погоди. 19? Только что было 16. Ладно. Эта женщина все с одного удара отковырила. Интересно, почему, зачем? YouTube, а это надо YouTube, потому что там больше. И вот это как? О, как вот это вот удалить? Чего у меня все начинает копироваться? Вот это вот вопрос.
Это ж сколько? 7680 робоксов. Ну, я бы сейчас бы поиграла в симулятор кошки. Ну, там я прокачан, вам будет неинтересно, потому что там я уже прокачанный. У меня все там есть почти. У меня есть питомцы и так далее. Вам будет неинтересно, смотри, как я продолжаю играть в эту игру. И продолжаю ставать еще круче, и это будет вам неинтересно. Да, прикольная игра. И почему-то у всех... Где? У меня новая шапка. Капец, а это мало. Ура! Ну, а шапка, интересно. А уже 10 уровень, плохо. Вата. Ну, правда, шапок появляются... Ну, с коробок могут появиться какие-то шапки. Я не знаю, откуда, за чего, но так надо. Опа. Чучина, вам помочь? Окей. Помогу. Ну, правда, мне не нужна помощь, просто хочу... Носит деньги. У меня 10%. И у меня болит питомец. Был питомец. Деньги. Окей. Две минуты. Скип за робокса идеально. Почему у тех, которые получают левел 10? То, что у меня не одето, самое крутое, то, что у меня было. Не понимаю, почему у меня раньше было 200, сейчас что-то 5000. О нет, вот это 500. Это чего, может? Лиза шапок. Или, кажется, из-за шапок. Погоди, уже немного осталось. Сколько людям это осталось ждать? Ну, вот шапка. Опять та же самая. Погоди. Это таких 4. Ну, ок. А откуда шестеренка? У него динозавр. И меч! Откуда не... А! Я не знаю. Ну, может, он круто обрастывается. А сколько осталось? 50 чем-то секунд! Да, 2 сундука с копейками. Капец! А, 8 левел. Зачем-то секунд. Люди ждут. Давай, не сломай просто сундучок этот, и все, пошли. У меня новая шапка.
Да, вот такая новая шапка. А как шапки удалять? В смысле, с одного удара это сундук уничтожили? Чант. Я тут же 1000. Класс. Окей, ребят, в следующем видео я вам покажу, что будет уже на 3-м уровне, вот там, где 85к коинов. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Ну, я провел 28 минут. Всем уже 29. Всем пока, до новых встреч, пока-пока.